нет? Лена Ангелевская, Ксения Румянцева. Приличная дама. Стоит мне захотеть и панаму надеть, буду тоже приличная дама. Стоит мне захотеть и панаму надеть, буду тоже приличная дама. Нелегко быть приличной дамой. Нужно свеклой намазать румяна. Пудра тени кашеные, бусы серьги пенсне, и вдобавок сидеть очень прямо. Пудра тени кашеные, бусы серьги пенсне, и вдобавок сидеть очень прямо. А что нравится дамам приличным? Разговор поддержать очень. Разговор поддержать очень лично. Головой не вертеть, не читать, не забеть. Ах, как трудно быть дамой приличной. Не кричать, не сморкаться и не выражаться. Решено, буду дамой приличной. Не кричать, не сморкаться и не выражаться. Решено, буду дамой приличной. Я могу по утру кофе пить по ведру, или по два, если утро отличное. Я могу по утру кофе пить по ведру, или по два, если утро отличное. Вот Лиля наша приличная дама. Хоть не носит берет и панаму. Сигаретку курлет, виски друг нальет и споет на душе проличное. А сама хороша, аж рыдает душа. И к тому же подруга отличная. Мы ее поздравляем. Дружитесь, Ксения, дружитесь.